Так, я сидел дома. А кто третий мы? Кушал борщ. И вот пришла мне смс-ка от Васильева. Вот, и он написал: собирай команду. Ну, я собрал Егора по частям. Вот, и это. Ну, мы приехали, собственно, сюда. Ну, как бы, хорошо приехали. У Андрюшки ночевали. Вот. И это. Ну, и, собственно, ну, вот здесь. Я ожидаю море позитива, максимально смешные команды. И, конечно, что мне кто-нибудь скажет: какой ты красивый, толстый, кучерявый парень, который так похож на Пушкина. Я помню памятник себе воздвиг нерукотворный. Не зарастет в Барабинске к нему тропа. Должна дружба, потому что КВН — это же дружная игра, правильно, Толст? Нет, на самом деле мы очень любим Барабинск, и каждый раз мы приезжаем в него. И блинок всегда. Кстати, да, блинок кодок. Очень вкусный там был. Да. И сегодня пробовали мы корндог. Ноу-хау. У блинке есть ноу-хау, называется корндог, да. Команда КВН — столик, сборная Чулыма, Каргата и немножко кожи. Скажите, пожалуйста, ребята, чего вы приехали? Зачем это вам? Зачем вы играете в КВН? Я сюда приехал к своим любимым друзьям. Вот давно их не видел, соскучился. Классно провести время. Во-первых, зал очень здоровский. Барабинский самый лучший зал, где я выступал. Все время там все заходит, чтобы я не нес со сцены. Это очень здорово. Вот я. Команда Барабинского медицинского колледжа. Скажите, пожалуйста, зачем вы пошли в КВН, а не лечите людей? Чего вы? Мы не умеем лечить людей. Какие люди разве могут лечить людей? За какую команду вы болеете? Я из Куйбышева, поэтому понятно, за кого я болею. Все-таки я как-то вот тут тоже участвовал боком. Когда-то я, так же как вы, выходил на эту сцену, немножко волновался, когда играл в КВН. Это было очень давно, но вот вы знаете, наверное, заигрался до того, что вот теперь я учредил свой кубок. И надеюсь, что вам это мероприятие тоже будет нравиться. Я очень рад, что столько команд приехало. Еще больше рад тому, что зал полон до отказа. И надеюсь, что сегодня он будет не только смотреть, но и смеяться, будет топать, свистеть, кричать. Time there, I couldn't feel the sun warm, 'cause I've been in that place.
years of sleep. Of the same old routine repeating week after week. And you work harder, work harder. You're told that you must. And you must earn a living. And you must earn a crust. And be like everybody else. Be like everybody else. Be like everybody else. Just be like everybody else. Приходите в мой дом.